В регионе может появиться волонтерский отряд, обеспечивающий безопасность юных интернет-пользователей. Такое предложение внесли участники заседания комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Самарской области. Отряд поможет в профилактике деструктивного поведения подростков. Опыт может оказаться востребованным и в других регионах России. Подростки – самая уязвимая социальная группа населения. Отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания, жесткое, а порой жестокое обращение взрослых и сверстников, порочные методы воспитания, отсутствие психологического контакта с близкими, непонимание в семье толкает подростка на принятие скоропалительного, непоправимого решения. Можно предложить инициативному молодому поколению создать патруль в социальных сетях. Это будет некая игра. Разработав устав и правила в этой увлекательной игре, где можно привлекать к этой деятельности только по специальным рекомендациям, то это может существенно повлиять на ситуацию.